Всем привет, с вами Маги, и это видеоблог магазина Sneakerhead. У нас на дворе уже плотная осень, стало прохладно, и мы подготовили большой осенний топ. В конце видео вас ждет скидка 10% на ассортимент всего топа. Погнали! Так, первая модель, которую мы разберем, это будут Nike 270 Bow Finny. Моделька крутая и на самом деле довольно-таки свежая, потому что вышли они буквально в прошлом году. А в этом году ребята доработали еще и очень крутые цвета. Вообще сочетание голубого с коричневым — это прикольно, когда хорошо подобраны оттенки. Здесь вот такой, насыщенный рыже-коричневый цвет с легеньким таким голубым. Мне очень нравится эта расцветка. Также здесь офигенный протектор, очень цепкий. И выпуклость сделана не только на основной части, но также в моменте баллона. Не знаю для чего, наверное, для лучшего сцепления с асфальтом, но смотрится клево и очень добавляет визуалки, конечно же, 270-й баллон. Вообще мне нравится на удорных моделях добавление, вот этих основных технологий Nike. Мне безумно нравились зимние 95-е, и вот для всех любителей этой аудорной тематики, мне кажется, отличный вариант. Я бы еще отметил материал Ripstop на носке. Отличный технологичный, непромокаемый практически материал. Ну и, конечно, расцветка. Пока у нас в магазине есть только это, но я считаю, что это самое топовое, и я бы брал ее. Ценник на эту красоту будет составлять 12 990. Недорого, но и недешево. В принципе, как и любые осенние, зимние ботинки, вполне хороший вариант, и цена на самом деле оправдана. Nike, баллон, все дела. Так, следующие красавцы от Puma — это Trail Fox Overland. Привет Никите Пасечному, они были в его топе. И как бы мне не совсем понятно были объяснения. Поясню то, что я не совсем понял. Во-первых, вот эта белая часть, про которую говорится, она не резиновая, она кожаная. Это белая мягкая кожа. А вот обычные элементы Trail Fox'ов, они как и выполнены в резине, они так и выполнены в резине. Здесь тот же цепкий крутой протектор и хорошая такая плотная канвасовая сетка синтетическая, которая не будет ни пачкаться и которая, как я понимаю, водонепроницаемая, что очень круто в нашу межсезонку. Потому что тут не столько грязи, сколько реально воды будет литься, и кроссовки действительно вас спасут. И поэтому передняя часть выполнена из кожи, потому что кожа более-менее хорошо переносит эти условия. Плюс здесь немного добавлены искусственные замши. Почему искусственные? Потому что для межсезонки она подходит намного лучше и будет намного лучше и очищаться, и менее маркая такая. В принципе, мне нравятся сами кроссы, мне нравится этот оттенок белого, он не кипельно-белый, а такой молочный. Оранжевые элементы довольно-таки трендовые. Ну и вообще смотрятся шузы действительно агрессивно и круто. Что редкость на самом деле для аутдорных. Они обычно такие, как калошеобразные. А вот сейчас силуэты стали постремительней, что не может не радовать. Поэтому тоже хороший выбор. И он будет у нас довольно-таки бюджетным. 10 990 за такие шузы — это, в принципе, приемлемая цена. Не могу сказать, что тоже супер дешево, но приемлемо. И шузы прослужат вам, я думаю, что сезон вы точно отгоняете, а в идеале еще и весной потоптите этих красавцев. Так, следующие пушки — это Reebok. Модель от Strek Double Mix Trail. Это переработанная модель классических от Strek'ов, они у нас, кстати, были, обзор на них тоже есть на канале, если интересно, обязательно посмотрите. Здесь доработана подошва, она увеличена, плюс добавлен протектор. Ну и, конечно же, самое, что ни на есть крутое в этой модели, это расцветки. Я обожаю вот эти аутдорные темы, Reebok никогда с ними особо не стрелял, но сейчас идет такой вообще тренд на всю вот эту движуху North Face, Columbia и прочего. И как нельзя лучше впишется вот в такой лук именно такая обувь. То есть предыдущие модели тоже отлично подойдут, но вот здесь еще выдержаны цвета, такие из 80-х, все эти куртки яркие, на при этом таких классических охровых коричневых цветах.
Супер сделана модель, интересная подошва, клевый протектор, ну и, конечно, система Gigsolite. Плюс, я не знаю, нет, они не водонепроницаемые, но здесь, опять же, использованы более плотные сетки. И, в принципе, хорошая такая умеренная натуральная замша. Такого минимизированного маркового цвета. То есть можно пачкать, стирать, и, в принципе, они будут только хорошеть, наверное, от этого. Так что советую присмотреться, потому что цена на них будет 7490. Это пока самые бюджетные в топе кроссовки, но от этого их вид это вообще не умаляет. Действительно, крутая расцветка, хороший шаг вперед для Reebok, мне нравится. Следующие ребята у нас, что ни на есть, подготовлены именно для таких погодных условий, которые нам предстоит в этом году пережить. Это Back to Barclay. Те, кто знакомы с этими ботинками от North Face, знают все их преимущества. Они водонепроницаемые, они довольно-таки теплые, при этом не жаркие и действительно сделаны для чуть ли не походов в горы. Но при этом отлично будут смотреться и в городском стиле, плюс еще добавили всякие яркие цвета. Ну, кто боится таких смелых решений, есть модель в более там лаконичном белом цвете. Пусть вас не пугает белый цвет, потому что здесь материал используется. Сейчас я скажу, как он называется. Гидросил. Это вот как раз вот эта синтетическая сетка, но она не сетка. Это такой непроницаемый, непромокаемый материал. Неубиваемый, кстати, на самом деле. Действительно, ботинки служат долго. Моим уже лет 5, наверное. Я уже просто устал их носить, потому что с ними ничего не происходит, они никак не убиваются, шикарно отмываются. И для девочек, кстати, вот эта модель есть у нас на сайте, примерно в такой же расцветке, только называется она Boot 2. Они особо ничем не отличаются, только вот этим задником. На той модели он более округлый. Ну, для любителей классики, тот, кто хочет быть уверен 100%, что его ноги будут в тепле и в комфорте, Back to Barclay – отличный вариант. Плюс есть модель еще Reduce. Это в женской сетке представлено, более такие бежевенькие, аккуратненькие, на белой подошвочке. Не знаю, мне, честно говоря, обновленная версия нравится чуть больше, она такая, как сказать, посовременней, что ли. Вот. И, конечно же, классный привычный протектор от North Face. Ну, тут все, кто носили, все знают, говорить это излишне, просто они не могли не попасть в этот топ, потому что это реально крутые топовые ботинки на осень. Ну, как говорится, за комфорт и бренд придется платить. Эти модели у нас будут стоить 13 790, и женская модель будет 11 190. Так что North Face не отходит от своих традиций и будет греть наши ноги в нашу хреновую московскую погоду. Так, вот это уже что-то интересное. 801 модель от New Balance, называется она All Terrain. Это действительно круто, потому что от New Balance я чего-то подобного вообще не ожидал. Я уже настолько привык к их классическим привычным силуэтам, что какую-то аутдорную тематику даже не мог подумать, что выпустят. А они раз выпустили и удивили меня. Конечно же, самое основное — это расцветки. Вот во всем этом великолепии мне нравятся именно расцветки. И ботинки, и кроссовки, они, как сказать, примеряют на себя расцветки вот этих курток, зимних, ветровок, и, ну и прочего, всего такого утепленного, непродуваемого, непромокаемого. Офигенная быстрая шнуровка на таких ярко-зеленых кислотно-желтых петлях. Очень клевые круглые шнурки с вкраплениями этого же цвета. Яркий голубой и основной кроссовок серый. Ну, блин, с точки зрения колористики просто офигенно. Очень круто все подобрано, сделано супер. Но в качестве сомневаться не стоит, потому что это New Balance. Ну-ка, они еще и непромокаемые. Чуваки, они еще и непромокаемые. Здесь сделан язычок с таким кармашком, чтобы вы, даже если вот до сюда наступите в лужу, вы не промокнете. Цена 9990. Это что-то среднее между Рибоками и Найки. И я думаю, что это отличный вариант как и по цене, так и по визуалке. Мне очень нравится. Это реально свежо, фреш. Так, следующая модель от Feel. Женская моделька Disruptor Autumn. Полное название. По мне, так это исключительно женская модель, потому что на девчонках они смотрятся нормально, а вот на парнях это действительно странно.
Как-то я матрангу увидел в таких белых и не подошел респектнуть, хотя трек мне очень нравится, ну, потому что пацан в дизраптах белых — это... Нет, чуваки, нет. А вот для девочек, напротив, модель офигенно им подходит, потому что она пухловатая, смотрится на их маленьких ножках хорошо. Здесь классный протектор. На самом деле, такой протектор присутствует на всех дизрапторах, не только на там межсезонных версиях. Но чем выгодна эта модель? Конечно, цветом. Он мало пачкается, на нем не видно практически будет грязи, плюс они легко отмываются, потому что это натуральная плотная кожа. И вот в подарочек такой к межсезонке задник из такого жесткого синтетического прорезиненного материала. Так что за свои деньги они просто отличный вариант походить по нашим разбитым и водяным улицам. Так что офигенный варик. Цена у нас 7990, и это реально один из лучших вариантов за эти деньги. Nike React Lange. Ну, по силуэту не могу сказать, что это мое, но это такой плотный течвер, знаете, для всех, кто любит эти куртки от Acronym, от Neiman, запахи, вот эти все непонятные молнии. Нет, это круто, ничего не имею против, я просто не совсем в этом разбираюсь. Но вот мне кажется, что сюда идеально зайдут вот такие шузы на межсезонку, при этом довольно аккуратного силуэта, но уже полюбившийся всеми реакте, с кожаным носом, что, опять же, позволит вам не мокнуть. Но особо по лужам я вам не советую в них бегать, потому что основная часть у них холщовая, и это не какая-то пропитка. Но при этом они довольно-таки уютные внутри и легкие. А это немаловажно. Если вы любите, как ниндзя, скакать по крышам, то, мне кажется, отличный варик. Да и просто ходить тузить в образе Никиты Пасечного, вам тоже такие шузы подойдут. Стоить красота будет 10490. И, в принципе, для такой средней модели Nike, наверное, это недорого. Но не могу сказать, что у меня прям к ним лежит душа. Немножко не мое, но вполне имеет место быть на осень. Так, следующая пара от New Balance — это 574-е мид-версия. Чем они отличаются? Во-первых, тем, что они мид, они повыше. И то, что они утепленные. Тут действительно такой утеплитель плотный. И когда засовываешь ногу, такое ощущение, что попал в такую подушку, знаете, со всех сторон тебе начинает греть, и так уютненько, как будто под пледиком. И, конечно же, добавлен протектор. Плюс нельзя не отметить подбор материалов, они реально круто подойдут на межсезонку, потому что это кожа такая гладкая, похожая на Харвин, тут нету замши, за исключением только значка, и то это искусственная замша со светоотражающим элементом. Ну, что могу сказать? Для любителей комфортной обуви и действительно те, кто готовы покупать ее по сезону и подходящую для сезона, это хороший выбор, потому что реально ноги будут в комфорте. Помимо этой расцветочки будет еще две не менее лаконичных, коричневая и черная. Цена на это будет 13990, так что копите бабки. Какой топ без красавцев от Native? Модель Fitzsimmons City Light и Track Light. Недавно я пересматривал сериал, помните такой, «Как преуспеть в Америке». И там есть офигенный момент, связанный с этими нетивами. Пишите, кстати, в комментариях, какой цвет ботинок был в сериале. Кому-нибудь что-нибудь подгоню. Ну, блин, говорить за них на самом деле можно много, и из сезона в сезон только хвалить и хвалить, потому что в этом году у меня пережили уже два сезона мои нетивы, и а это не может вообще не радовать, потому что за свой ценник ты получаешь реально ботинки, которые, с одной стороны, и не жалко упарывать, а с другой стороны, они просто толком и не упарываются. А так, офигенная подкладка, и единственный минус, ну не знаю, можно назвать это минусом, то, что в них бывает жарковато, но учитывая нашу погоду, и если носить их там вплоть до зимы, то нетивы отлично себя проявляют. Есть теперь новая облегченная модель для тех, кому это показалось жаркой. Теперь есть вот такие Track Light ботинки, которые, в принципе, похожи, но отличаются чуть подошвы. У них она более такая ботиночная.
И верх. Здесь уже используется такой... Сейчас я назову даже материал. Называется он Defender. Такая непромокаемая система. Опять же, какой-то аналог, который был представлен, наверное, на North Face'ах. И здесь еще усилен носок, носовая часть. Но при этом они довольно-таки мягкие и более дышащие, чем свои более старшие собратья. Ну, для меня это на самом деле топчик на этот сезон, потому что, ну, удобно, дешево и еще куча цветов на выбор. Этих у нас парочка расцветок, а этих будет много. Так что готовьтесь и выбирайте под ваши подходящие луки. Цена на эту красоту будет 9490, и опять же, цена-качество просто топ. Какой осенний топ без ботинок? В этот раз мы выбрали мартинсы. И я их очень люблю. Мне очень нравится вот эта расцветка под винтажные татуировки в духе Эда Харди. Я думаю, что White Punk в ближайшие дни позвонит и скажет: чувак, мне нужна эта пара. Также у нас есть гладкие, классические. Тоже шик. Дубленная гладкая кожа. При этом с таким каким-то эффектом. Я не знаю, как его описать. Он вроде матовый, но при этом блестит. Не знаю. Надо увидеть это самому, это клево. Потом ботинки под Chelsea Boot, тоже как бы на любителей, непромокаемые, высокие, и из шершавой матовой кожи. Шершавой, наверное, не совсем правильно говорить. Ну, из особенностей что можно выделить? Высококачественную кожу дубленную, она очень плотная, непромокаемая. Конечно же, непромокаемый язычок, который специальным образом сшит. И в этот раз интересная подошва GAM, которая полностью показывает всю техническую часть этих ботинок. Это причем на каждой паре. Красота будет стоить 15500, а вот те, что зашли мне, будут подороже. Они будут 16500. Так, любимцы моего топа — это вот эти Nike Air Skarn. Это переиздание старой аутдор-модели, которая, если вы успели заметить, верхом своим напоминает 98-е и 97-е Максы, которые офигенно вписали вот в эту сложную такую подошву с таким жестким и крепким протектором. И получилась, на самом деле, очень лаконичная, аккуратная модель, с, опять же, в расцветке, которая подходит под все эти аутфиты. Мне реально нравится. Я давно их видел в разных каталогах Nike и подумал, что, ну, вряд ли такое будет перевыпускаться, потому что, ну, Nike каждый год придумывает что-то новое для своих коллекций, плюс у них отдельная линейка ACG, в которую, кстати, эти шузы и вписались. И мне казалось, что вряд ли такое будет переиздаваться, потому что все время инновации, 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 но нет. Нас обрадовали, перевыпустили эту модель, сделали ее такой более современной с технологической точки зрения. Вот. И как бы для тех, кто хочет быть и мобильным, и при этом стильным, и быть, как сказать, в комфортном состоянии, то мне кажется, что это вообще идеальный вариант для топа. Модель при этом недорогая, стоит она всего 9790. И мне кажется, что вот, собственно говоря, первое место топа я отдам вот этой паре. По моему скромному мнению. Также, кто не любитель у нас сочетания там бежевого с синим, есть еще вторая расцветка, она сейчас появится на экране. То есть тут еще и есть выбор по цветам. Так что советую присмотреться, это будет хорошее вложение ваших бабок. Nike React Terra Gobi. Это из линейки ACG, такие обновленные беговые межсезонные кроссовки. Четыре расцветки у нас представлены на подошве от React'а, очень мягенькой, но при этом с вкраплениями жесткого протектора, который будет реально цепляться за камни, горы и куда вы там в них побежите. При этом очень мягкий верх, и они довольно-таки легкие, наверное, самые легкие из всего топа. Плюс, опять же говорю, есть возможность выбрать по цветам, но они несколько дороже моих фаворитов, они будут стоить 11990. Но, честно признаюсь, здесь и материальчики потехнологичные. Одна только вот эта рип-стоп-сетка в мелкую квадратик, я уверен, вылетает в копеечку. Плюс внутри очень интересная подкладка, которая при этом
жесткая, но полностью сетчатая, так что кроссовки еще будут дышать. Ну, для любителей активного образа жизни вообще must have. Вот. Еще из деталек, мне, конечно же, нравится свуш на носочке. Мне кажется, что это вообще офигенное стилистическое решение практически для любых кроссовок Nike. Даже на мои Джорданы влепи сюда маленький свушек, был бы топчик. И вот из-за этого я обожаю Nike. Они используют какие-то непонятные, интересные материалы, которые просто тактильно приятно трогать. Вот этот задник, он сделан в такую мелкую резиновый пупырышек, который просто реально приятно трогать. Прикольно. Вот. За это я люблю Nike, за какие-то клевые детали, которые прям запоминаются и откладываются в голове. Как я обещал, промокод будет называться FALL19, и все модели из подборки будут прямо внизу в описании под этим видео. А с вами был Маги и видеоблог магазина Sneakerhead. Не забывайте подписываться на наш канал, жать колокольчик, ставить лайки, оставлять свои комментарии, в чем гоняете и хотели бы гонять этой осенью. Мир!